живем с вами в непростое время. Мы являемся, как вы понимаете, свидетелями, очевидцами величайшей людской трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба, когда миллионы, миллионы украинцев теряют свой кров, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину, не имеют средств к существованию. Поэтому я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре в Израиле, перечислить в помощь беженцам. Я думаю, вам будет это приятно знать, потому что мы не просто таким образом встретимся на концертах, посмеемся вместе над актуальным юмором, но и сделаем вместе благое дело.